Друзья, мы сейчас вам покажем номер, где жил Обама. Раньше его называли King Suite, а теперь называют его Обама Suite. Во-первых, давайте посмотрим, какой вид, и заодно сразу же всю-всю-всю территорию. Вот так вот тут красиво. Вот такая вот гостиная. И движемся с вами в столовую, где кушал сам Обама. И сейчас с вами посмотрим спальню. Больше всего мне понравилась вот такая вот золотая ванная. Огромный душ. И еще раз на территорию.